אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתי לך מצרים, מבית עבדים, לא נהיה לך אלוהים על לא Шалом говорим, И не так давно мы с вами праздновали праздник Шавот. Буквально две недели назад мы говорили друг другу Хах Савот Шамех. И для нас этот праздник уже прошел, но православный мир, он только будет входить в этот праздник Троицы, который будет проходить 20 июня. Какие же у нас с вами возникают ассоциации, когда мы говорим о Шавоте? Конечно же, для нас, верующих Брит Хадаша, самой яркой и близкой ассоциацией является излияние Духа Святого на 50-й день после Голговских событий и рождение Божьей общины. Но история этого праздника, она отправляет нас в Тору или направляет нас в Тору. Если мы посмотрим перспективу Танаха, то Божье Слово, оно ведет нас к выходу еврейского народа из египетского рабства. Когда Всевышний, Он заповедал Израилю праздновать праздник Песах из рода в род. За Песахом следовал семидневный праздник опресноков, на второй день которого праздновался праздник первого снопа или праздник начатков, а на 50-й день праздновался праздник Шавот, праздник первых плодов. И еврейская традиция, она говорит нам, что именно на Шавот Бог даровал еврейскому народу Тору. При этом утверждается, что выход из Египта – это был выход из физического рабства, а дарование Торы – это было духовное освобождение, когда Всевышний вступил с Израилем в заветные отношения сделав его своим народом. Однако история показала нам, что израильский народ так и не сумел действительно обрести эту свободу. И Бог, зная все наперед, он предопределил свой план избавления, который должен был даровать эту истинную свободу, во-первых, еврейскому народу и через еврейский народ всему человечеству. И пророки Израиля, будучи Вадимы Божьим Духом еще во времена Танаха возвещали Божьему народу эти времена. Эти времена, когда должна будет настать эта свобода. Это времена, когда Мессия Израиля должен был взять на себя грехи этого мира, принеся эту свободу. Свободу в себе. И мы, мессианские евреи, вместе со всем христианским миром, мы верим, что Иешуа Машеях стал нашей Пасхой. Он принес себя в жертву, как непорочного и чистого Агнца. Воскреснув на третий день, он стал первым снопом, как написано в послании Колоссянам, он начаток, первенец из мертвых. А на 50-й день после Голговских событий, именно на праздник Шавуот или Пятидесятницу, было обещанное излияние Духа Святого на первых учеников, которые стали этими первыми плодами Божьей победы, и тем самым была рождена Божья община. Как мы видим, существует тесная связь между праздниками. И для нас это очень и очень важный факт, потому что понять суть праздника Шавуот мы можем только лишь в контексте Песаха, и череды весенних праздников. И пророк Еремия, он возвещал, некогда возвещал, еще за долгий период до прихода Ишуа Машеха, он возвещал новый завет для Израиля. Еремия, 31 глава, 31 стих говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. И как мы видим, пророк, он говорит о днях, он говорит об определенном периоде времени. Это не будет день, это будет период. И это для нас тоже очень важное замечание. И сегодня я хочу поговорить именно об этом периоде заключения Нового Завета, кульминацией которого был как раз праздник Шавуот, когда Дух Святой, Он излился на учеников Ишоа. Это период новой, нового начала, это период новой мессианской эры. И этот период, он связан непосредственно с личностью обещанного от начала миссии Израиля, которым был Ишуа Хамашех. Итак, давайте мы рассмотрим начало этого периода, который еще называют эрой Святого Духа. Как говорит история, после последнего пророка Танаха Малахии до непорочного зачатия Ишуаха Машеха прошло чуть более четырех веков. Это было время умолчания, когда Дух Божий он не принимал активного участия в жизни человечества. Не было явных проявлений его действия. Но пришло Божье время, и Руха Кодыш начал развитие нового этапа, нового этапа в истории человечества, приняв прямое участие в зачатии Мессии Израиля. Следующим его действием было сошествие на Иешуа в момент его крещения у реки Иордан. И в своем большинстве богословы рассматривают начало мессианской эры именно с этого момента, с момента крещения Иешуа от которое он принял от Иоанна. Поэтому давайте и мы с вами остановимся на этом вопросе поподробнее. Ведь я могу смело сказать, что именно сошествие Духа Святого на Ишуа дало возможность назвать его, или правильнее сказать будет, быть ему мессией, помазанным. И именно это событие, оно положило начало мессианской веры. Это подтверждается словами самого Всевышнего, который сказал. В Евангелии от Матвея 3 главе написано, что «И сей глаз с небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сам Всевышний, он подтвердил это. Сам Всевышний, он непосредственно с небес проговорил, что это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И тут нам важно для начала понять, какую же роль это событие сыграло в жизни, или правильнее сказать будет, в мессианстве Иешуа. Прежде всего следует заметить, что сошествие Духа на Мессию не повлияло на Него самого. Это событие не изменило ни Его статус, не изменило ни Его личность, потому что Он истинный Бог как говорит Священное Писание. Он истинный Бог, который был от начала. Нельзя сказать, что Иешуа также стал кем-то, кем он раньше не был. Но мы видим, что все-таки он вошел для себя в нечто новое, в, такое, в новое состояние, в новый период. И этим новым является новая эпоха в Божьем плане искупления, которое настало, потому что пришло Божье время. Конечно, еще очень важно ответить, что Ишуа знал свое божественное сыновство изначально, потому что Священное Писание показывает нам, что он называл Бога отцом, еще будучи ребенком. Знал он и о своем мессианском призвании. И именно это знание, оно побудило его принять крещение от Иоанна, чтобы починить себя своему предназначению, которое было от сотворения мира. Мы читаем в истории крещение, как Иешуа, он сказал Иоанну, когда тот пытался удержать его, говоря, что ему надо накреститься от Иешуа. Евангелие от Матрея, 3 глава, 15 стих. Это слова Ишо. Он говорит, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Он знал эту правду. Он знал, кто он, и он знал о своей миссии. Он знал, что он является миссией, и он знал, через что ему нужно будет пройти. Поэтому именно подчинение Ишуа для исполнения своего предназначения подтвердилась сошествием на него Святого Духа, что положило начало для новой мессианской эпохи. Также в истории крещения Иешуа очень важно понимать, в чем же для него была новая роль как Мессии. В первых трех Евангелиях мы явно видим, что Марк, Матвей, Лука утверждают, что сошествие Святого Духа на Ишоа, сделала его представителем народа Израиля и новым Адамом. Так, например, Марк, он говорит, что Дух Святой сошел на Ишуа как голубь, а в еврейской традиции голубь – это символ Израиля. Матвей очень интересно повествует об искуплении Ишуа. Дух Божий, мы видим, вводит Иешуа 40 дней по пустыне после крещения. Это событие сразу после крещения. Точно так же, как Бог вводит Израиль 40 лет по пустыне, чтобы смирить его, чтобы испытать его, чтобы воспитать. И Тора говорит, что Бог воспитывал Израиль подобно, как воспитывает отец сына. Книга Дворим, 8 глава, 5 стих. И зная в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего, так и Иешуа он был наречен сыном Божьим, и он был испытан, но устоял в отличие от Израиля, который довольно таки часто предавал Бога. В Торе мы читаем, что Бог заключил с Израилем завет и проверял его веру которая не выдерживала никаких испытаний. Теперь начинается время Нового Завета. И Ишуа, который отождествляет себя с Израилем, проходит все испытания, оставаясь верным Богу до конца и во всем. Евангелист Лука представляет историю об искушении Ишуа Мессии подобно Матвею. Только перед ней он вставляет родословную Иешуа до Адама. Тем самым он хочет показать, что Адам, по сути, будучи сыном Бога, который сотворил его, потомки которого пострадали от его, от его грехопадения, а Иешуа, он второй Адам, который провозглашен сыном Божьим, но который устоял в искушении от сатаны, чтобы изменить трагические последствия грехопадения, где он действует от имени падшего человека. Из этих повествований мы видим, что после сошествия Духа Святого на Ишуа начинается новая эпоха Нового Завета, и что Ишуа вступает в эту эпоху как представитель Израиля, и всего, можно сказать, даже всего человечества. И мы можем видеть, что именно в Иешуа, как представители народа, исполняется обетование, которое Бог даровал Израилю. При этом именно сошествие Духа Святого на Иешуа является ключевым событием у Иордана, а не само крещение. Крещение Иешуа следует, следует рассматривать как выражение покаяния, подобно покаянию пророков, которые отождествляли себя с Израилем и раскаивались от лица Израиля. Также мы можем сказать, что это было подчинение себя Божьей воле и посвящение себя Божьему делу. И сошествие Духа является ответом на это покаяние ответом на это посвящение, подчинение себя Божьей воле, и именно оно ознаменовывает начало нового века. Также очень важно отметить, что новая эпоха, наступившая новая эпоха, она связана непосредственно с силой Святого Духа, которая дала силу для мессианского слушения Иешуа, а в перспективе наша ВОЗ даст силу Божьей общине для проповеди Евангелия в силе Руаха Кодыш. И поэтому можно смело сказать, что существует тесная связь между сошествием Святого Духа на Ишуа и сошествием Духа нашего вот на Пятидесятницу на учеников Мессии. При этом помысание Ишуа у Иордана оно высвобождает его к задаче, как Мессии, который будет в перспективе крестить Духом, о чем засвидетельствовано в 4 Евангелии от Иоанна. Я прочитаю это Евангелие от Иоанна, 1 глава 32-34 стих. «И засвидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем, то есть крестящий духом святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Таким образом, мы видим, что все четыре Евангелия, они указывают или повествуют нам об очень важном событии, которое ввело Ишуа в его мессианское служение. Это сошествие, или можно сказать, крещение Ишуа Святым Духом. И поэтому это событие можно ознаменовать как начало мессианской эры. Но так как мы говорили, что Писание говорит о периоде формирования Нового Завета как об определенном времени, определенным дням, то начало мессианской эры также неразрывно связано с голговскими событиями и непосредственно с пятидесятницей. Можно сказать, что именно череда этих событий, она является как раз началом мессианской эры, началом нового завета. Также нам следует отметить, что сошествие Святого Духа на Иешуа, у Иордана означало начало, как я сказал, Нового Завета. Из человеков на данный период времени только лишь он был крещен Духом. Он был человеком Духа, начатком этого будущего урожая. Ведь прежде чем начать крестить Духом других, ему следовало пережить этот опыт самому. Но как мы знаем, Труд Ишуа, он был направлен на народ. Божий замысел, он был намного глобальнее и был направлен на народ. Именно поэтому был крест Голгофы, где своей смертью, своей кровью Ишуа, он покрыл грехи этого народа, чтобы в перспективе нашого от и они были крещены Духом Святым, чтобы войти в в полноту Нового Завета. И можно смело утверждать, что мессианский век вошел в силу благодаря жертве Ишуа, благодаря его смерти на кресте Голгофы, чтобы через Ишуа, как представителя народа, наш вот Дух Святой, он излился на его учеников, чтобы этот мессианский век, он стал реальностью для учеников Мессии, чтобы они вошли в этот мессианский век. Давайте теперь остановимся еще на одном факте, чтобы иметь полноту картины. Когда Иоанн крестил народ у Иордана, то его проповедью было то, что он пришел крестить в воде в покаяние, но идущий за ним, он будет крестить духом и огнем. Евангелие от Матвея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет вас крестить духом святым и огнем». Это слова Иоанна, у Иордана. И мы видим, что сам Машех, он вошел в мессианский век через сошествие на него Духа Святого, который утвердил его в призвании мессии и представители народа. На кресте же Голгофы он прошел крещение огнем от лица этого народа. И уже в Евангелии от Луки 12 главе мы читаем следующие слова. Предсказанное Иоанном, оно уже возвещается Иешуа непосредственно перед Голговскими событиями. «Огонь я пришел не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока сие совершится». Мы видим удивительные слова, что Иешуа принес, он говорит, огонь на землю. Но его миссия была, чтобы взять этот огонь на себя, креститься этим огнем от лица всего народа. Таким образом, Писание показывает нам, что Ишуа сам Первый вошел в Новый век через крещение Святым Духом, чтобы пройти все испытания, как новый Израиль и Сын Божий чтобы войти в этот новый век и пройдя испытания, он смог исполнить свою роль как мессии и как раба. Здесь кульминация этой роли раскрывается в заместительном страдании Иешуа на кресте Голгофы, где сам Мышех, он претерпел крещение огнем, как представитель народа. Он сам испил чашу Божьего гнева, который должен был излиться на народ. И уже после своей смерти и воскресения, вознесения, он, прославленный царь, начнет крестить Духом Святым, как об этом пророчествовал Иоанн Креститель и пророки до него. Теперь давайте поговорим о самих событиях Шувота Пятидесятницы. Очень важно отметить, что новозаветнее учение о, о действии Духа Божьего, оно очень тесно связано с учением периода Танаха. Так можно отметить, что Дух начал активно действовать в определенные переходные периоды истории. Мы можем видеть, например, переход э, руководства народом от Маше к Егошу абен Мы можем видеть этот переход от Илии к Елисею. И таких примеров мы можем видеть в Танаке достаточно много. Также мы видим, что в период утверждения Нового Завета Дух Божий, он переходит от Ешо к его ученикам, на день Шавуота Пятидесятницы. Заглядывая в тонах, мы можем также видеть, что результатом сошествия Духа на определенного человека была способность пророчествовать. И еврейская традиция, она как раз говорит, связывает Дух, действие Духа с даром вот этого пророчества. И человек, который получал вот это некое духовное дарование от Бога, он становился воз, возможным пророчеством. И мы видим это на примере истории Танаха, например, История 70 старейшин, на которых сошел э, Дух Божий, и они начали пророчествовать в книге чисел. Мы видим, как Дух Божий, он сошел на Пророка Азарию, который после сошествия Духа начал пророчествовать царю Аси во второй книге Паралипоменон, мы видим, что этот дар служил своего рода знамением Божьего помазания, как для получившего духа, так и для окружающих его людей. И это тесно перепределено с Новым Заветом, где дар говорения на иных языках он является знамением для неверующих людей. Эта история, как я сказал, она уже совершилась на день Шавота Пятидесятницы, когда Дух Божий сошел на учеников, и они начали говорить на других языках. Духовные дарования, начали, открылись пророчества, и люди, обретя эти духовные дарования, они стали свидетельством для других людей и для себя, что произошла некая трансформация, некое новое состояние. Бог даровал определенную способность человека. Еще одним подтверждением связи учения о духе периода Танаха и Брит Хадаша является то, что действие Духа Святого, оно неразрывно связано с миссией того, кто его получал. Например, Дух наделил мудростью людей, которые строили мешкан. Дух наделил военной способностью Гафаниила. Мы видим также, что Самсон, он был наделен некой физической силой от Духа Святого. И идея, которую мы читаем на странице книги Деяния, она также связано с призванием на служение, только мы видим, что в отличие от Танаха, все призванные на служение Бритха Даша через Духа Божьего принимают духовные дарования и силу для исполнения своей священ... священнической миссии, которая выражена в великом поручении Ешо Мессии. Также хочу обратить наше внимание на то, что согласно еврейской эсхатологии, дарование Духа является одним из ключевых знамений мессианского века. Пророки очень много об этом говорили, очень много возвещали. Я прочитаю Исаию 32 глава 13-15 стих. «На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равные на всех домах веселья в ликующем городе, Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел, и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад. Да коли не изольется на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считаться лесом. Ожидание Исаи было излияние. Духа Святого. Об этом же говорит очень четко пророки Иезекииль, Захария и Иаиль. Мы видим эту концепцию и Первоапостольская Церковь эту идею прекрасно понимала, потому что она сама находилась в эпицентре этих событий, пережив нисхождение Святого Духа, о, о котором возвещали пророки. Для них именно. Шавуот был утверждением Нового Завета, который был провозглашен еще во времена самого Танаха. Почему? Потому что исполнились для них обетования пророков и обетования самого Мессии. Этот Новый Завет для учеников ознаменовал теперь, что закон Бога который был дан у горы Синай, будет записан на скрижалях ихнего сердца Духом Святым. И именно этот факт является основным отличием Синайского и Нового Завета. Если главная составляющая Синайского Завета – закон, то главная составляющая Нового Завета – это Божий Дух. Поэтому Рав Шауль, понимая это, утверждает в Коринфянам, во втором Коринфянам, 3 главе, 2-3 стих. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. И как мы с нами знаем из Шавуот является праздником первых плодов. И то, что произошло на Пятидесятницу, сделало учеников Иешуа первыми плодами Божьего урожая. Не людьми буквы, но людьми Духа. Также следует отметить, что Шавуот, который произошел на 50-й день после Голговских событий, ознамеловал рождение Божьей общины, Божьей Церкви, которая состояла из учеников Ишуа Мессии, вступившей в Новый Завет. Эти ученики получили от самого Господа свою миссию, которую они могли исполнить только лишь в силе Духа Святого, только лишь при Его содействии. Деяние 1 глава 8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Как мы видим, Ишуа говорит, что когда вы, вы примете эту силу, вы будете мне свидетелями. Без этой силы ученики не могли бы быть свидетелями. Иешуа Мессии. Без этой силы, без Духа Святого они бы не могли исполнить ту миссию, которую Бог определил для них. И мы видим в Писании, что до Пятидесятницы с их стороны не было никаких попыток проповеди Евангелия. Но когда на них сошел Дух Святой, то они начали совершать великое поручение в полной силе. И мы видим, что только после Шавуота ученики начинают провозглашать спасение через веру в Господа Иешуа Мессию. При этом они обещают обетование Святого Духа при условии раскаяния и крещения во имя Господа Иешуа. Это, по сути, открывает нам или открывает дверь, правильнее сказать, для вхождения в новые заветные отношения человека с Богом, с Богом Израиля. И это то, о чем возвещали нам пророки. Еще одним важным событием Шавота Пятидесятницы является формирование кайнании, общения среди учеников. Община После крещения Духом Святым она начинает проводить время в учении апостолов. Она начинает проводить время в совместных трапезах. Она начинает проводить таинство вечери Господней. Она пребывает в молитвах только лишь потому что это происходит, что они становятся причастниками одного Духа. Дух Божий он объединяет их, делая их одним целым, делая их телом Мессии, делая их едиными под главою Господа и Спасителя Иешуа Мессии. Давайте подведем некий итог вышесказанному. Первое, на что стоит обратить внимание, это на взаимосвязь идеи действия Божьего в Духа в Танахе и в Мессианском веке Бритхадаша. Этот факт, он еще раз утверждает целостность Священного Писания. Мы можем видеть, что одной целой картиной раскрывается история, раскрывается Божий замысел восстановления человечества. Нельзя отделить Танах от Брит -хадаша». Проходит одной сплошной линии эта взаимосвязь. Это также дает увидеть, что Писание открывает для нас с вами изыскание пророков, которые ожидали начала мессианского века, который начинается с активного участия Духа Божьего который формирует эти новые заветные отношения. Второй вывод, который явно преобладает в этот период формирования мессианской эры, это участие именно триединого Бога в развитии плана спасения. А зачатие Иешуа Мессии до Пятидесятницы мы очень Явно можем видеть эту перихорическую общность Отца, Сына и Святого Духа. Рух участвует в зачатии Ишуа. Рух помазывает Ишуа на мессианское служение. Помазанный мессия, Он делает все. Как повелевает ему отец, чтобы исполнить волю отца, и он исполняет эту волю на кресте Голгофы. И после своей победы он прославленный царь посылает Руха Кодыш на свою общину, чтобы эта община, она утверждала царство Мессии в силе Божьего духа. Поэтому, друзья, я благословляю всех вас. Ходить в этой силе, в силе Святого Духа, и распространять Царство нашего Господа и Спасителя Ишуа Мессии в этой силе. Баруха Шем.